И в продолжении темы «Кто за рулем?» Дорожная культура кызылординских водителей оставляет желать много лучшего. За 10 месяцев по области задержаны 1288 водителей за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. Причем 360 из них оказались лишенными прав на вождение за предыдущие серьезные нарушения правил дорожного движения. Еще 360 водителей привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу.